Да, классная лужа. Поехали так по ней. Сейчас мы едем в ДОТ лагерь Змина. Можно на третью перекусить. Хорошо, я на третьей. Хорошо. 4,2 километра мы уже приехали. За полчаса. Да, я вижу. Это еще не асфальтовая, но уже и не грунтовка. Да. Мы становимся возле Пенинского Змина. Ой, ДОТа. Это он раньше был Пенинский, а сейчас он в Змине. Ой, ДОТ. Поэтому остановимся возле беседки и остановимся. Классная дорога. Вроде и песочная, но по ней легче ехать, чем по той совсем песочной. Мне интересно, как мы выйдем. Ой, все тут уже есть, что? И все уже есть, но мы с вами бежать, вон там слева. Ау, мяу. Почему мы их обижаем? Ну ничего. Ой, еще одна лужа. Еще одна маленькая. Класс. Я в следующем, на учебном году уже буду идти в 4 класс. Наконец-то. Я уже хочу учить Вилли Вонку и шоколадную фабрику, потому что фильм мне очень нравится. Я правда смотрю по-русски, но я думаю, что оригинал мне тоже понравится. Я могу сказать там всех персонажей, я могу всю историю за один раз сказать. Могу даже быть аудиокнигой. Буду повторять все, что они там говорят. Могу даже две песенки спеть. Про Августа Глупа и про Веруку Соль. Ух, здесь такой уже нормальный песочек. Ну, это для нас семечки. Такой поворот налево, но мы едем прямо. Скоро уже приедем. Уже скоро приедем. О, машина едет, пап. Машина! Где машина едет? Черная. А, нет, синяя. Квадроцикл, цикл, цикл. Всю дорогу обоссыкал. Ну, дядя, сколько грибов набрал. Да. Вот тут надо будет маме сказать. Да, вот здесь вот лес прям. Тут есть и сосны, и лесливые деревья, так что вообще. Здесь должны расти белые грибы. Thank you.
этим летом просто зажигает рынок трансферный. Купили Азара, купили Йовича, купили Филиппа. А за какой вы клуб болеете? Я не тебя. Я вот болею за Интер. И за Дортмунд клуба Руси. И за Динамо Киев. Это мои три любимых клуба. Я не знаю, почему именно они. Они какие-то особенные. Ну, потому что в Боруссии, Дортмундской, есть там Ройс, Гёце. Ну, Гёце такое, но есть еще Санчо. Санчо есть. Ну, Реал тоже мне нравится, но я прям не болею с Реалом. Там есть вратарь Лунин. И он может покинуть клуб на один сезон. Я не помню, в какой клуб, но может покинуть Реал. Но он тогда пойдет в аренду на один сезон. Так, сейчас смотрим, как мы уже поехали. И это сколько минут? О, выручили, да, сейчас 24 градуса. Максимально было 25 градусов. 272 килокалории. Это 0. Уже час дня. Кто-то приехал. Пионерский лагерь. Извини, сейчас я вам покажу. Приехали, да? Да, приехали. Это наш конечный пункт нашего сегодняшнего путешествия. Давай. И да. Иди засними. Змея. И тут змея. И собачка вон. Как охрана. У нее есть крыша над головой. Да, классная лужа. Поехали так по ней. Сейчас мы едем в Дот. Лагерь Змина. Можно на третью перекусить. Хорошо, я на третьей. Хорошо. 4,2 километра мы уже приехали. За полчаса. Да, я вижу. Это еще не асфальтовая, но уже и не грунтовка. Да. Мы становимся возле пионерского Змина. Ой, Дода. Это он раньше был пионерский, а сейчас он уже Змина. Ой, Дот. Поэтому остановимся возле беседки и остановимся.